Продолжаем. Правительство не должно бояться свободных и открытых СМИ. Об этом заявил 11-й президент Турции Абдулла Гюль, выступая на первом центральноазиатском медиафоруме в Астане. По его словам, средства массовой информации – это инструмент прозрачности и формирования подотчетности правительств. А значит, должны посещать и защищать от дезинформации. В то же время стоит учитывать и геополитику, которая с каждым годом преподносит новые сюрпризы. В таких условиях медиа становится источником власти, считает турецкий политик. СМИ являются голосом народа. С одной стороны, мы можем призывать к реформам, которые объясняют чаяния людей. С другой стороны, это может быть отражением реформ. СМИ должны просвещать общество и защищать от дезинформации. Правительство не должно бояться свободных СМИ. Напомню, в Астане проходит первый центральноазиатский медиафорум. В течение 2 дней признанные в отрасли эксперты обсудят актуальные вопросы развития медиа и поделятся своими наблюдениями и лучшими практиками в этой сфере. В работе форума принимают участие свыше 100 приглашенных спикеров. Это лауреаты всемирно известной Пулитцеровской премии, мировые политики, международные и местные журналисты, инфлюенсеры, руководители международных организаций и авторитетные медиа-эксперты. Так, экс-президент Монголии Намбарын Энхбая высказал свое мнение о современных СМИ. По его мнению, эпоха постмодерна – это эпоха постправды, и надо включить здравый смысл, чтобы разобраться в потоке сиюминутных правд. При всех недостатках мир для советских людей был более понятен. Сегодня же у людей нет чувства надежности. Постправда сегодня – это не только фейк-ньюс, это то, во что хочет верить человек и его сообщество.